Да. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду алла илляха илляллах. Ашхаду алла илляха илляллах. Ашхаду анна Мухаммада ар-расулуллах. Ашхаду анна Мухаммада ар-расулуллах. Хайя аля салям. Хайя аля салям. Хайя аля аль-фалах. Хайя аля аль-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илляха илляллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ашхаду алла илляха илляллах. Вахдаху ла шарика лаху. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Как было упомянуто в прошлой пятничной проповеди, святой пророк Мухаммад салам отправил группу, и те вернулись и сообщили разведданные, которые они собрали, о караване, проходящем поблизости. И когда пророк салам отправил группу для уточнения данных, шла армия за этим караваном, и святой пророк салам советовался со сподвижниками и сообщил о ситуации, связанной с курайшитами. Абу Бакр разъяху встал и выступил красноречиво. После этого Хазрат Умар разъяху также встал и очень выступил красноречиво. Затем Мигдад бин Амр встал и сказал следующее: «О посланник Аллаха, салам! Куда бы Аллах не приказал нам идти, с тобой мы готовы, мы всегда с тобой. Клянусь Богом, мы не как дети Израиля, которые отвечали Моисею, мир ему, говоря: иди ты и твой Бог, и сами воюйте, а мы будем сидеть». Нет, мы говорим, что ты можешь идти, когда Бог и ты поведете нас, мы пойдем. Даже ты, если ты поведешь нас на край света, мы пойдем с тобой. Далеко ли мы? В Йемене, это место, 5 дней перехода от Мекки. И ты будешь воевать с противником, пока мы достигнем этого места. И пророк салам ответил благожелательно и помолился за всех. Один автор написал, что Баракаль Амаль. В 430 милях от города. И была идиома, что мы пройдем весь путь в город, что метафорически объясняло расстояние. Смысл в таком, что сколько бы ни пришлось идти, мы готовы. То есть идем в этом смысл этого иносказания. Касательно этого объяснения говорится, что некоторые биографы, историки поднимали вопрос и говорили, что Мигдад, который зачитал стих, поэтому аят из суры Майда, из Священного Корана, эта сура была ниспослана позже, поэтому как он мог привести ее в этот период до ниспослания? Однако те же самые авторы сами же ответили. Например, кто-то сказал, что они, возможно, слышали от детей Израиля, либо поздний комментатор привел этот аят позднее. Однако это
это возражение не совсем основательно, потому что в других источниках, например, в Бухари, в комментариях пишется Шарабари, что по случаю хаджат-уль-вида, то есть победы Мекки и прощального хаджа, то есть многие аяты были ниспосланы ранее, а не тогда. И уже это объяснялось. Возможно, что что-то из этого было услышано от детей Израиля. Или говорится, что Харат Абу Бакр, Умар и Мехдад были среди мухаджиров, то есть переселенцев. Поэтому желание пророка ислама было в том, что он хотел также посоветоваться с ансарами, то есть местными жителями Медины, мусульманами. «О, люди, посоветуйте мне», — сказал он. И он обратился к ансару. И одна из причин была в том, что по случаю баята при Акбе было обещание, что возможно, что мы не находимся под твоей юрисдикцией, пока мы не придем в город. Но когда придете в наш город, в Медину, тогда вы будете под нашей юрисдикцией. Мы будем защищать вас от любых опасностей, как мы защищаем своих жен и детей. То есть пророк ислам здесь сказал пожелание, что ансары должны защищали от тех врагов, которые могли напасть внезапно. Возможно, им пришлось бы выйти за пределы города, и, возможно, пришлось бы дать им бой вне стен города. И когда пророк ислам выразил это, Саад бин Муаз сказал: «О, посланник Аллаха, ислам». Похоже, что пророк ислам желает услышать наше мнение ансаров. И пророк ислам ответил утвердительно. Хазрат Саад сказал: «Без сомнения, мы признали тебя, мы уверовали, и мы признаем тебя, что религия, которую ты принес, это религия истины. И мы пообещали очень много в связи с этим. Мы ответили на твой призыв, и у нас твердая убежденность следовать за тобой. О, посланник Аллаха, куда бы ты ни пошел, вне Медины, мы с тобой. Мы клянемся тем Богом, который ниспослал тебя с истиной. Если ты поведет нас на край этого моря и войдешь туда, мы тоже войдем туда. Никто не останется. Нас не смущает факт, что ты ведешь нас против врагов. Мы будем терпеливы. Мы будем проявлять искренность и преданность и убежденность. Да благословит Аллах нас на такие свершения, которыми ты будешь доволен, мы с тобой. Есть повествование из хадиса сахих муслим, где Саад бин Абада. Но некоторые говорят, что не участвовал при Бадре, поэтому говорится, что, возможно, по двум случаям пророк ислам советовался с подвижниками. В первую очередь, касательно каравана, который шел в Медин, Иса бин Абада тогда был. А второй раз, когда мы находились в пути, и тогда пророк ислам опять обратился за советом. Но как бы ни было, разные комментаторы приводили различные объяснения, соответственно. Но, тем не менее, факт в том, что Саад бин Муаз сказал это. После этого пророк ислам очень обрадовался и сказал: «Давайте отправимся в путь, да будут благовествования сопровождать нас две группы, и одна из них одержит победу, я клянусь Богом. Я вижу два места, где враги встретят свою погибель». Услышав эти слова, сподвижники обрадовались, но также они поразились и сказали: –
о посланнике Аллаха, собственно. Если ты знал о том, что армия курайшитов идет, если ты знал об этом ранее, почему ты не сказал нам об этом в Медине, чтобы мы приготовились? Но несмотря на эти новости и советы, несмотря на тот факт, что Пророк Салам передал это повествование, что из двух сторон конфликта именно мусульмане одержат победу, до сих пор мусульмане не были в курсе, с кем именно они будут вынуждены воевать. Любой из двух вариантов. Караван, конечно, это более слабый сторон. Второй халиф, мессия Махди, пишет по случаю битвы при Бадре, когда перед началом битвы вне стен Медины, Пророк Ислам собрал всех сподвижников и сказал: «О, люди, посоветуйте, потому что я выяснил, что мы будем воевать не с караваном, а будем воевать с армией, которая идет из Мекки. Один за другим». Мухаджиры выступали и сказали: мы готовы воевать, продолжайте. И каждый раз мухаджир выступал, продолжал спрашивать совета. И мухаджиры все давали такой совет. И вопрос стоял за ансарами, за местными мусульманами, потому что они молчали. Потому что ансары ждали мнения мекканцев, потому что мекканские мусульмане должны были готовы воевать против мекканских врагов. И когда Пророк Ислам неоднократно спрашивал совета, один из ансаров встал и сказал: «О, посланник Аллаха, тебе дали совет». Один за другим мухаджиры встают и говорят: «О, посланник Аллаха, мы готовы воевать, но ты продолжаешь спрашивать совета». Отсюда я делаю вывод, что, возможно, ты обращаешься к нам, к ансарам. Пророк Ислам сказал: очень хорошо. Да, именно в этом был. Ансар сказал: о, посланник Аллаха, мы молчали, потому что мы боялись, что наши братья-мусульмане из Мекки, им может не понравиться в сердце, если что мы будем готовы воевать против их кровных братьев, хоть и врагов из Мекки. И Пророк Ислам сказал, что, возможно, имеется в виду баят при Акбе, что если враг нападет на Медину, что мы будем с вами. Но если война будет вне Медины, то тогда не будет обязанности. Пророк Ислам сказал: именно, отлично. Ансары сказали: тогда мы заключили так договор, тогда мы еще не знали, в чем будет твоя слава состоять. Но, посланник Аллах, теперь твоя истина пролилась на нас, как дневной свет, и стало ясно для всех из нас, какой может быть вопрос касательно условий нашего договора. Прикажи, и мы подскачем против врага. Мы будем воевать за тебя справа от тебя, слева от тебя, спереди и сзади. И враг никогда не сможет достичь тебя, только через наши трупы. После этого совета пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отправился. И проходя через различные места, он достиг Бадра. Я упоминал подробности Бадра ранее, но я должен сказать, что на юге от Медины, в 150 километрах от Бадра, пустыня, 4,5 мили, также там горы, но также сады с другой стороны. После Бадра Пророк Ислам и Абу Бакр верхом встретили одного человека. Не спросили его о курайшитах, но не представились
пожилой человек сказал, я скажу, пока, когда вы скажете, из какого племени. Пророк Саусан сказал, когда ты нам скажешь, мы скажем тебе. Сначала скажи о себе, потом мы скажем, кто мы. Пожилой человек сказал, что я узнал, что Мухаммад, сасла, и его подвижники отправились в такой-то день. Если тот человек прав, то они должны быть здесь. И он назвал это место, которое Пророк нас уже достиг. И также он сказал, где должны быть курейшиты. И он спросил Пророк, откуда. А Пророк сказал, мы из воды. И приблизился к ним, пожилой сказал, что значит из воды? Из водных источников Ирака. И историки здесь имеют разные мнения. Наши историки представили различные моменты, некоторые содержания. Историки сказали, что похоже, что Святой Пророк Саслам не дал прямой ответ. И историки говорят, что Пророк Саслам ответил уклончиво. То есть он не указал точное место, откуда им. Что он имел в виду? Что все, что в этом мире сделано, в нем в составе есть вода. И один историк говорит, что это было из традиции у арабов. Они часто ссылались на водные источники. Аллама Бурхан, например, приводит такое мнение. Еще одна причина, может быть, что он имел в виду источники Бадра, и он действительно находился недалеко тут. Но он так приподнял, что тот пожилой человек подумал, что он из Ирака. Аллах знает лучше. И Пророк Саслам вернулся к своим сподвижникам. Когда наступил вечер, Пророк Саслам сказал Хазрату Али, Хазрату Забайру бин Аваму и Сауду бин Бивакасу, наряду с другими сподвижниками, отправил их к источникам Бадра, чтобы собрать разведданные там. Они встретили двоих рабов, которые набирали воду для курейшитов, чтобы отвезти обратно. Они приказали нам набрать воды. Сподвижники не приняли это. Они подумали, что это рабы Абу Суфьяна, поэтому сподвижники потревожили их. После этого сподвижники оставили их. Когда Пророк Ислам закончил молитву и сказал, оба из них сказали. Когда они говорили правду, а вы после этого побили. Но затем они солгали, вы их оставили. Они действительно рабы курейшитов. Значит, они должны разбивать лагерь за горой. Нужно узнать, сколько их. И ответ был, что их много, очень много. А точнее, ответили, мы не знаем. Святой Пророк Саслам сказал, сколько верблюдов они режут каждый день для еды. Иногда 9, иногда 10 Пророк Саслам для употребления в пищу. Значит, примерно 900-1000 численность этой армии в соответствии с этим количеством.
И Пророк сам спросил, сколько из них курешиты, из старейшин, и назвал имена Утба, Шейба, Абу Джахль, Умай бин Халиф и так далее. И что все старейшины были присутствовали. Затем Пророк сам обратился к людям. О, вот Мекка прислала своих самых главных героев. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал. Пророк сам обратился к старейшинам и сказал: вот Мекка прислала своих главных героев. Это очень умные и мудрые слова, которые Пророк Саслам произнес спонтанно. И причина в том, что вместо того, чтобы слабые мусульмане не чувствовали себя удрученными, эти слова почувствовать, что сам Бог послал, Аллах прислал этих вождей мекканцев, чтобы они погибли от, получили свое справедливое наказание от мусульман. В районе времени намаза Иша они достигли источников. После этого Баба Бунзир посоветовал, когда святой Пророк Ислам разбил лагерь возле источников Бадра, Баба Бунзир сказал: «О посланник Аллаха, ассалам, решил ли ты разбить здесь лагерь в результате прямого откровения Аллаха, или это просто личное решение, военная стратегия?» Пророк Ислам ответил: «Это мое личное мнение и стратегия». Баба сказал: «Это место не очень хорошее. Лучше пройти дальше и захватить родники, включая те, которые ближе всего к курешитам. То есть захватить источники, и тогда у нас вода будет у нас. И вода здесь очень хорошая, и ее достаточно». Пророк Ислам сказал: «Да, твое мнение правильно». Пророк Ислам с армией разбили лагерь так, что все источники находились в их распоряжении. И закрыли все остальные источники. И наполнили все свои бурдюки водой. В Сирет ибн Хишам записано. Из, выбрав место расположения и разбив лагерь, также распределил по местам. Сад бин Муаз сказал Пророку Саслам: «О посланник Аллаха, Саслам, не установить нам для себя специальное место, где бы ты мог отдыхать?» По этой теме Мирза Башир Ахмад Сад пишет: установили тенистое приспособление, чтобы Пророк Саслам мог отдыхать. Сад, с одной стороны, поле. Для Пророка Саслам установили затененное место. И пригласили Пророка Саслам. И клянемся Аллахом, мы будем воевать, пока ты будешь отдыхать. Отдыхай в этом навесе. Если Аллах нам дарует победу, значит, это воля Аллаха. Если что-то пойдет не так, то садись верхом и скачи в Медину. Там ты встретишь наших братьев и родных, которые не меньше нас испытывают к тебе
любовь. Они не знали, что такая ситуация так сложится. Иначе бы они тоже пришли бы защищать тебя. Они бы не остались позади. Вот такая искренность Саада. И страстная искренность его. Но разве Пророк Саслам мог бы быть в стороне по полю битвы? В битве при Хунайне 1200 человек показали свои спины, а Пророк Саслам не сдвинулся ни на дюйм. Это место приготовили Пророк Саслам. Несколько ансаров установили охрану для Пророк Саслам. Пророк Саслам отдыхал с Абу Бакром. По другим данным, Абу Бакр с обнаженным мечом охранял Пророк Саслам. А Пророк Саслам всю ночь молился, плача и рыдая перед Аллахом. И по некоторым данным, что он вообще не спал. Второй халиф Мисибитан пишет, что когда погибнем, но мы не это нас печалит. Мы только переживаем за твою безопасность. Чтобы ты не пострадал никак, если мы погибнем, чтобы главное, никакого вреда не было для ислама. Потому что жизнь ислама связана с твоей жизнью. Поэтому необходимо, чтобы мы приготовили все возможное для твоей безопасности. Поэтому посланник Аллаха. И Абу Бакр находится на той личной охране. И мы также привязали самого быстрого верблюда. Если, не дай Бог, все мы пойдем замертво, то садись на это верблюда и спеши в Медину, где наши братья находятся. Они не знают, что происходит. Если бы они знали, они бы уже были бы здесь. Они защитят тебя. И ты будешь защищен от врагов. Пророк Саслам не согласился с этим советом, но в этом была страстная искренность сподвижника Саслам. Второй халиф Месси Махди пишет, Хадрат Али Радиллаху сказал однажды, что из сподвижников самый смелый был Хадрат Абу Бакр. Далее при Бадре он сказал, когда посланник Аллаха Саслам для Пророка Саслам приготовили тент, навес. Кто-то спросил, кто будет личной охране Пророка Саслам. На это Хадрат Абу Бакр тот же вытащил свой меч и встал на защите Пророка Саслам. По этому случаю об великой опасности он проявил выдающуюся смелость и храбрость и защищал Пророка Саслам. Утро наступило, и курайшиты приблизились, Пророк Саслам увидел их и обратился к Аллаху. О Аллах, эти курайшиты приближаются надменно, пытаются надругаться на твоей истине. Даруй нам победу, а им конец сегодня. Вот Бабин Рабия увидел на красном верблюде, Пророк Саслам сказал, если у кого-то из них есть что-то доброе есть, то у этого на красном верблюде, если они последовали бы за ним, они бы пошли бы по правильному пути. Касательно неверных, несмотря то, что мусульмане захватили источники, когда курейши приблизились к Бадру, одна группа начала пить воду, которую захватили мусульмане. Пророк Саслам сказал, пусть попьют воды. Кто попил в тот день, все погибли, кроме Хакима, который позднее принял ислам. Он тоже клялся Аллахом и говорил, клянусь Аллаху, который в день Бадр даровал мне спасение.
касательно выстраивания рядов утром перед прибытием курешитов, пророк Саслам выстроил ряды мусульманской армии, поместил лучников и убедился, что они все стояли в стройных рядах. Мусабу дал знамя. И поставил вот в определенном месте. Пророк Саслам проверял, все ли на своих местах, и смотрел в сторону запада. В этот момент, когда пророк Саслам устанавливал ряды, произошел поразительный случай с Сауд бин Газия. И из этого случая мы видим великую любовь, восхищение пророк Саслам. И когда ряды устанавливали, пророк Саслам проходил мимо Саада бин Ази. Тот вышел из ряда, из своего места. Пророк Саслам стрелой тронул и сказал: встань на место. А тот ответил: о, посланник Аллаха, ты причинил мне боль. Ты не спослан для равенство и справедливости, разреши мне отомстить тебе. Пророк Саслам поднял одежду и сказал: отомсти. И тот обнял Пророк Саслам и поцеловал Пророк Саслам. Пророк Саслам спросил: а для чего, что ты делаешь? Тот сказал: о, посланник Аллаха, посмотри на то время, что происходит, неизвестно, что мы выживем или нет, вернемся ли. По крайней мере, перед своим мученичеством я встретился с пророком Саслам и обнялся. И вот это такая сцена духовной любви. Мы продолжим следующую проповедь. Я упомяну тех, кто скончался недавно, членов общины, который Хадим Мухаммад Ашик Сахиб скончался. Он преподавал в Джамии Ахмадия. Он был главой Мадрасату Хифз, то есть школы обучения Корану наизусть, в возрасте 85 лет. Воистину, мы от Аллаха к нему возвращающиеся по имени Аллаха, он был завещателем Хари Ахших Сахиб. После того, как он выучил Коран наизусть, еще до того, как вступил в общину, он служил в разных местах в Пакистане. Он был из общины Ахли Хадис, и он выступал с религиозными лекциями. Затем он поступил в нашу общину. Кари Ашир Сахиб, до того, как он дал бай, он был из общины Ахли Хадис. Кари Сахиб сам рассказывал. Он написал книгу и пишет: в 1957 году в Карачи я сидел с одними учеными, я часто с ними сидел, я изучал газеты и сидел с некоторыми мусульманскими священнослужителями. Я читал газету, один из друзей читал книгу Месси Бетон и сказал: поразительно. Я спрашиваю: брат, что поразительно? Сказал: наши мусульманские муллы говорят, что некоторые аяты Корана отменены, в то время как Мирзаголов Ахмад Искадян пишет, что ни одна точка из Корана не устарела, не отменена. Кари Сахибу стало интересно дальше изучить вопрос, правда это или нет, правдивы это люди или нет. Он далее пишет: однажды, чтобы узнать подробнее об мусульманском хамидийском общении, я отправился в Ахмади-холл в Карачи, где собирают сам Ахмади для молитвы. Я встретился с одним Ахмади и спросил, и сказал: я хочу кое-что узнать. Пожалуйста, расскажите мне по этим вопросам. Один из этих мусульман Ахмади привел домой и дал книги почитать. Я почитал эти книги. Я показал одному из знакомых мул. Это в соответствии с исламом. Тот ответил:
ты очень искренен. Я должен сказать тебе, ты не знаешь. Все учения, которые он упоминает, они все соответствуют с исламом. Они написаны ранее, но более большие книги написаны позднее, и в них он много что неправильно писал. Барахин Ахмади была написана в начале, а в других книгах, которые он написал позднее, там много лжи, сказал тот человек. Харисаб вернулся к этому другу Ахмади и сказал, дай мне побольше книгу. А тот извинился и отказал. Потому что на самом деле-то нет никаких противоречий между ранними книгами и поздними книгами. Мы не знаем, в чем была мудрость того Ахмади, который не дал книгу. Хариса прервал свое общение с мусульманом Ахмади, но позднее, в соответствии с его автобиографией, особая воля Аллаха позволила ему, чтобы у него появилось желание приехать в Равву, и он там видел сны. В одном из этих снов он видел, как услышите призыв с небес, прибыл Мессия. И сказал, в этот момент я не подумал, что это связано с Ахмадиатом, но позднее я понял, что это связи с Ахмадиатом. Хариса пишет, когда я посмотрел свою жизнь и в случае моей жизни, это просто милость Аллаха, что мое внимание периодически поворачивал в сторону Ахмадиата, и Аллах наставлял меня на этот путь истины. Он пишет, в здании Ансарулла, то есть подразделение взрослых мужчин, когда они собрались на слет, шейх Абдул-Хадир Сахиб, миссионер общин, и еще один миссионер из Лахора, в первый день этого слета, когда он еще не был Ахмади, он послушал все речи, возможно, на второй или третий день слета я выразил желание принести баят, обет верности, вступить в общин. Поэтому его привели в центральный орган издательского отдела, где вступил в общину. После этого были испытания, трудности. Неахмадийские ученые и студенты постарались сделать все возможное, чтобы попытаться вернуть его. Они были очень жесткие. И он сам пишет, что много трудностей было, но сам Аллах помог мне оставаться твердым. Я шел, и наставление Аллаха было со мной, поэтому никакие мерзкие попытки сбить меня не увенчались успеха. Им не удалось поместить ненависть в моем сердце к Ахмадиату и вернуть к Ахле Хадис. Несмотря на все их попытки, у них ничего не получилось. Он был женат на вдове. Три дочери были уже у его жены до брака. Еще одна дочь родилась в этом браке. Касательно служения в Ахмадийской общине, он пишет, «Суфи Худа Бахш Зервиса однажды встретился со мной в мечети и сказал, «Хазрат Мирза Тахир Ахмад Сахиб, который был тогда главой Вахф Джадид, по проповедованию в сельской местности, он попросил меня привезти тебя. И когда меня привели к нему, меня Сахиб сначала слушал речитатив Корана, и потом назначил его обучать людей чтению Корана в 1964 году. Внутри отдела Вахф-и-Джадид. То есть я работал как кари
то есть обучал людей чтению Корана в 1965 году. Затем я преподавал выпускному классу в Джами Ахмади, в выпускном курсе. То есть он их уже обучал их неформально, а потом уже формально. И Нусер Джахан также он обучал девочек также в чтении Корана. Хафиз Шахиф скончался, который был ректором. И затем Дауд Сахиб назначил Кариашек Сахиба, назначил преподавателем на тех курсах в мечети Мубарак. Хазур пишет, Хазур говорит, я помню, как девочки учились там, и третий халиф. Назначил Кариашек Сахиба и сказал, что он также будет обучать Вахф-Джадид и также в школе Хафиз 11 июня 1971 года. Он был назначен в эту школу Хафизов. Затем он вышел на пенсию, но несмотря на это, до 2019 года в школе Хафизов и Мадраса Тур-Хифз он продолжал работу обучения чтению Корана. В 1964 году он зачитывал Коран на ежегодном съезде общины, на Джалса Салана. Затем Хариса пишет об одном случае. В 1965 году, в феврале, Хазрат, второй халиф Месси, он встретился с ним. Историческая встреча. У меня появилась возможность поздороваться с ним за руку. Это поменяло мою жизнь. И личный секретарь халифа, халифу меня, сказал, это Кариашек Сахиб, новообращенный. Халиф посмотрел на меня с отеческой духовной любовью и держал мою руку в своей руке. Благословен месяц Рамадан. Во время Рамадана 15 лет подряд он проводил тарави Лада Абдул-Маликаса Назар Ислахи Ржад. Пишет, что в мечети Мубарак тахаджуд молитва и таравих была возложена в Кариашек Сахиб, потому что третий халиф очень любил, как он читал священный Коран. У него очень много выпускников, он очень много кого научил чтению Корана. Сейчас они по всему миру распространены. Многие из них пишут, прислали мне письма. Те, кто извлек пользу из его знания, и упоминают его прекрасные качества. Всевышний Аллах, да, дарует им высокий статус, и его благословит его детей и всех его потомков в соответствии с его желаниями, чтобы они продолжали и развивали состояние подлинной молитвы и искренности. Следующий человек, который упомянул, Нуруддин Аль-Хусни Сахиб, который из Сирии, очень старейший Ахмади из Сирии. Он жил в Саудовской Аравии. Он сидел в тюрьме за Ахмадиат в Саудовской Аравии на пути Аллаха. Несмотря на болезнь, он проявлял твердость и верь. 25 мая в возрасте примерно 82 он скончался, находясь в тюрьме. Аль-Хадж Ахдаров Аль-Хусни, его отец, вступил в общину в 1938 году. Мунир Аль-Хусни, бывший глава общины Сирии, это его самый старший дядя. Тот, который скончался, учился к исламу и в любви к халафат. Ему было 13-14, когда его отец скончался. Покойный Мунир Аль-Хусни всегда заботился о нем. Таким образом, у него он много научился об исламе Ахмаде. В 1955 году второй халиф посетил Дамаск и остановился в доме покойного дяди. В эти дни он смог
зачитать Коран в присутствии халифа. Он регулярно постился, особенно по понедельникам и четвергам. Он зачитывал священный Коран с великим энтузиазмом. Он никогда не оставлял тахаджуд до последних дней. Даже в тюрьме он проявил твердость. У него была твердая убежденность в истине, что победа Аллаха близка, община Аллаха. Вдова не Ахмади осталась. Однако она всегда была верна ему. И много жертв она претерпела. Турьесан Абдаров, Мухаммад Муаз, Фауза Хусни. Одна дочь, Зайна Сухусни. Много внуков. Приносил Аллаха. Они очень искренние, Ахмади. Муаза Аль-Хусни, сын, пишет. Мой отец хотел, чтобы все мои братья и сестры убедились полностью, что в истине Ахмадият. И поэтому мы вступили в общину с полным удовлетворением, убежденности, когда он был в Саудовской Аравии, Хашим Сахи, покойный Хашим Сахи, который был из Британии, он работал там. Он встретился с ним. И так они встретились. До своего последнего вздоха он служил Ахмадийской общине. Он пишет, наш отец всегда был занят служением в общине. Он был очень чистосердечный человек. Он очень любил помогать другим людям. В 19 году его посадили за веру. И он проповедовал в социальных СМИ. Мы пытались целые годы, прилагали усилия, чтобы его освободить. Мы много юристов подключили. Была возможность, чтобы он освободил. Возможно, даже его освобождали. Его опять вызвали в полицию и опять его арестовали. И в этот момент и относились к нему еще жестче. Они даже не разрешали встречаться с ним или говорить по телефону даже. Его здоровье ухудшалось из-за пожилого возраста. Также болезни много было. Ему приходилось ходить в больницу. Но он не мог встретиться с семьей. Его сын Абдуров, который живет в Канаде, пишет о нем. Он служил Ахмадийской общине великим образом. Он был абсолютно тверд в своем веровании, в своей вере. Он был исполнен молитвы и поклонения. В 2016 году, когда его посадили за веру, он держал пост и не хотел прерывать пост, несмотря на то, что он знал, что ему трудно будет в тюрьме. Работник тюрьмы предложил воду, он сказал, я пощусь. Попросил разрешения намаз прочитать аср, он прочитал после этого. Работник тюрьмы говорит, ты же молишься, как мы. Это на него повлияло. И он оставил в покое. В 2019 году опять его схватили, посадили в тюрьму за веру. И он скончался в тюрьме. Всевышний Аллах засмеялся над ним и дарует ему высокое место в раю. И благословит его детей и потомков продолжать ступать по его стопам. После пятничного богослужения проведу погребальное богослужение по всем упомянутым умершим. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر